Привет, я Эммануэль Вожи. И вот что, игра — это всего лишь игра, а в жизни будь внимательнее на дороге и пристегни ремень. Не ожидал, что ты снова объявишься. Здесь многое изменилось. Идет борьба за территории. Тюнер. Масл. Экзотик. Борьба за территории города. Но все решается в гонке по каньону. А тебе не выжить. Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей. Я продолжаю серию состязаний для 100% прохождения игры Need for Speed Carbon для консоли 6-го поколения от компании Nintendo GameCube. В позапрошлой серии мы завершили все бронзовые челленджи, в прошлой серебряные. И теперь пришла пора самых сложных челленджей на золото. Первая из них это дуэль в каньоне. Так, я буду на Chevrolet Corvette Z06. Погнали. Информация об укрытиях на экране. Так, как будто бы я... В роли сержанта Кросса еду за Райаном Купером. Классно, что разработчики обыграли этот момент. Тихо. Опс. Да, не представляю, чтобы кросс так разбился. Давайте еще раз рестарт. Кто-кто кросс-мастер управления корветом. Поскольку, ребята, челленджи сложные, я, может быть, разобью на два выпуска их, эти золотые челленджи. Просто в нужный момент вы увидите надпись «Продолжение следует» и все.
Первый раунд. А теперь пусть Купер едет за мной. Тихо. Да, ребята, я побеждаю. Отлично. Корвет классный, но уж сильно его заносит, поскольку это muscle car. Итак, карточка Challenge Master, которую дали за определенное количество пройденных челленджей. Конечно же, сохранить. Так, дальше идет гонка по каньону на Nissan 350Z. Погнали. Информация о шипах. Любой ценой старайтесь их избежать. Если вы проколите шины, то, скорее всего, вас остановят и арестуют. Давай. Машина тоже классная, кстати. Мне со времен второго андеграунда нравится. Машина класса тюнер. Вернее, тюнер третьего класса. Тоже считается одной из лучших машин под конец игры. По звуку мне там Lamborghini в задний бампер дышит. Да, меньше чем на секунду отстает, офигеть. Вот и вот, пожалуйста, профессионалы, соперники. О, вот она. А, это про, блин. Гребаные текстуры, как их ненавижу, а. Там даже Porsche Carrera GT, ничего себе. Да ё-моё, а, тут две Lamborghini. Так, ладно, копим закись азота.
Давай, топи. Эх ты, черт побери, маленько не хватило еще раз. Все, не пускаем никого. Ошибок не делаем. Тем более моя любимая музыка в каньоне. Грех не победить. Меня три выступающие текстуры подвели в прошлый раз. Порше Каррера GT, уйди. И на финиш вперед. Полный баллон закиси азота. Да. Классная гонка. Так, конкретно за гонку мне дали NFS, карбон, лого, винил. Хорошо. А вот уже за золотые гонки хорошие призы пошли. Вернее, за золотые челленджи. Так, далее. Чекпоинт. На Porsche 911 GT3 RS. Кстати, машина, которая также недоступна в карьере. Ох, помню, сколько в передаче Top Gear Clarkson, мы и Хаммонд протестировали этих самых Porsche 911, и не только их. Такой огромный там модельный ряд. Прям запутаться можно. И внешне-то практически не отличаются. Так, 5 сложных чекпоинтов, я помню, нужно очень сильно торопиться. Ой, тихо. Я сказал торопиться, а не ошибаться. Путь по чекпоинтам, ой, то есть путь по срезкам. Porsche GT3 RS. Вернее, Porsche 911 GT3 RS. Блин. Что-то не в ту сторону засмотрелся, извините. Да, конечно, хотел сказать туплю, нет, я не люблю это слово, никогда не туплю. Давай-давай!
Череда поворотов. Так, вот тут после резкого поворота закись азота используем. Ну что, тоже могу сказать, что аппарат хороший. И последний чекпоинт остался. Так, здесь вроде срезка будет направо. Так, сейчас, минуточку. Вот где огни горят. Вот. Победа. Веном спойлер, понятно? Далее. Чекпоинт по каньону на BMW M3 GTR. Вроде бы звучит легко, да, машина классная, быстрая, легендарная. Та самая BMW M3 GTR Райана Купера, но времени будет хватать впритык, это я помню. Вот она, красавица наша. Погнали! Вы подождите. Еще раз. По-моему, у меня у контроллера батарейки садятся. Тихо. Да осторожно, блин. Нифиг было это, ошибок столько совершать.
Тихо, тихо, тихо. Такое ощущение, что по управлению она класса этого, экзотик. Никак не тюнер. И красивый финиш в полете, да? А, не, финиш дальше. Блин. Ну все, успеваем, нормально. Победа. Классная бэха. Легендарная бэха, я бы даже сказал. Перламутровая краска открылась. Дальше дрифт по каньону. О, на Lamborghini Murcielago LP640. Это, по-моему, какая-то другая версия Murcielago. В карьере она тоже недоступна, если не ошибаюсь. Ух ты, черная красивая какая. А, я помню, она тоже бешено дрифтит. Ой, я не сказал, сколько очков, но не посмотрел. Тихо, тихо, тихо. Они любят задницы стенки цеплять, эти машины все. Да чтоб тебя тихонько задел. Так, по-моему, надо 150 тысяч набрать. Ладно, ребят, готовьтесь, возможно, до конца серии будем дрифтить. Потому что я помню этот челлендж, мне он очень с трудом дался в свое время. Все, я молчу. Иначе буду лишнее говорить, материться. Так, сохрани. Все, вроде бы нужная сумма есть.
Да, больше 200 тысяч. Да ё-моё. Понимаешь, когда тебя уже в стену несет, и поздно, ничего ты не можешь с этим сделать, это тут бесит. Победа, самое главное. Что я получаю? Сайт Windows Spoiler. Угу. То есть то, что мы открываем в челленджи, вернее, в серии состязаний, мы это можем ставить в карьере. Уникальные там винилы, та же перламутровая краска или спойлер какой-нибудь особенный. Ну да, нужно было 150 тысяч набрать, я набрал больше 200. Дальше. Так, продолжительность погони. Вот тоже один из сложных челленджей. Необходимо продержаться 12 минут, а затем оторваться от погони. На Nissan Skyline GTR R34. Машина, которая доступна в карьере, только если вы начинаете ее, выбрав Mazda RX-8, то есть с машиной класса тюнер. Если вы выбрали какой-нибудь другой класс машин, Nissan Skyline, он не откроется. Так, ладно, внимание. Аппарат зверь, ну и они не промах на корветах. В общем, 12 минут продержаться. Кстати, классно у него спойлер стоит. Так, шипы где? Справа. Через стройку можно сократить путь. Так. Хотя мне не обязательно что-то сокращать, главное продержаться. Куда потеряли-то? Да блин. Тяжелые джипы. Сдвинуть трудно, но можно. Не забывайте главного правила, бить только в заднюю часть машины. Шикарно перевернул. Спасибо, что расчистили мне путь. Очень любезно с вашей стороны. Так, а вот эту хрень было желательно выключить, наверное. Я аккуратно. Опять потеряю час. Гоу-гоу-гоу-гоу, так прикольно говорить.
На тебе. И тебе тоже. Ой, джипы, джипы, джипы. Офигеть, две пары носорогов проехало. Тут рейтинг прям рекой течет, когда вот на пятом статусе погони вы разбиваете копов. Их машины, вернее. Так, последний остался. Ладно, пусть не теряет. Полторы минуты до подкрепления. На тебе. Ауч. Заднее крыло у меня. Ну, скорости почему-то не хватает. Я имею в виду корвету, которая меня преследует. Шипы. Молодец, всячески пытается меня остановить, старается. Вот и подкрепление прибыло. На тебе! Это я, пожалуй, выключу кинематографичные моменты, потому что они меня могут вывести на шипы. Понимаю, с ними красивее, но все-таки. Безопасность дороже красоты. Шипы по центру. Вот я круг сделаю обратно, ладно. Ну, собственно говоря, половина времени уже прошла. Вот запоминайте, вот в таком случае, куда бить. Получается, между машинами вот так вот. Но не в крайнюю машину, потому что
вы ударитесь лоб в лоб, и ничего из этого хорошего не выйдет. Как обрушим балкон. Как потеряют. Нет. Ну чё ты такой? Теряет меня, теряет, достал уже. Все, подкрепление прибудет. Сейчас прибудет. Осталась минута. 11 минут мы уже продержались. Это, блин, а? Осталось полминуты. Ну, потом еще отрываться надо будет. Так, остановка. Свалим. Все. 12 минут прошло, теперь нужно оторваться. Так, тихо там шипы.
не попало. Тихо. Я не вижу, есть ли шипы. Хотя проще объехать так вот. Блин, я думал, попадется на колесо. Гад такой, а. Так, заграждение как раз рядом с укрытием. Так, сколько мы в итоге? 15 минут ездили. На 3 минуты, скажем так, задержались. Все, порядок. Челлендж пройден. Скайлайн супер. Overdial at Shakes Hood. То есть капот новый открылся, уникальный. Далее необходимо будет уничтожить 30 полицейских машин на Шевроле Чевил СС. Но мы займемся этим уже в следующем выпуске, посвященном серии состязаний. А пока что я с вами буду прощаться. Думаю, никакой надписи продолжения следует вставлять не нужно. И так вот сам понял, когда нужно закончить эту серию и что нужно перенести на следующую. В общем, с вами был Алексей. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи! Осталось завершить все золотые челленджи. И игра будет пройдена на 100%.